Долг чести, долг памяти и долг любви обязывает нас и через 70 лет после войны помнить. Сохрани имя своего предка. Впиши его в народную летопись «Бессмертный полк» на сайте мойполк.ком и приходи 9 мая с портретом ветерана на построение «Бессмертного полка». Они должны идти победным строем в любые времена. Построение полка состоится 9 мая в 12:00 около Национальной библиотеки Чувашии.